Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Диетолог Елена Соломатина прокомментировала возможные причины худобы Полины Гагариной. В последние годы Полина Гагарина удивляет своей стройностью. Певица правильно питается и очень много занимается спортом. Об этом артистка сама рассказывает в аккаунте в Инстаграме. Однако есть и те, кто считает, что красотка переборщила и скинула слишком много килограммов. На одном из последних кадров, которые она выложила, видно, что действительно у нее вообще нет жира. Некоторых этот снимок привел в ужас. Все равно видно, что просвечивает скелет. Если она худеет сознательно, то ограничивает калорийность еды или очищающие голодание. Некоторые принимают слабительные мочегонные. Что из этого она делает? Если есть психосоматика, проблемы могут привести к ряду психологических проблем, высказалась Елена Соломатина. Диетолог стал размышлять, из-за чего мама двоих детей могла потерять так много веса. Оказывается, это может быть связано как с психикой, так и со здоровьем. В любом случае, сама знаменитость не жалуется, а лишь продолжает усердно работать над собой. Озвучено Яндекс.Спичкит. Скорее всего, причина больше психогенного характера. Худоба – это вторичное проявление. ЖКТ, проблемы с щитовидной железой, паразиты, диабет, онкология, причин много. Я, как поняла, этого ничего не был. Тут скорее психогенного характера, ближе к анорексии, когда человек не совсем понимает критерий красоты. Ему кажется, что есть остатки жира, что он недостаточно эффектен и красив. В этом случае нужен психолог, а может и психотерапевт. Причин там тоже достаточно много. Такое бывает чаще в подростковом возрасте, подытожил эксперт. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.